Посадка эвкалипта в детских садах, проект площадки нашего двора, развивающий творческие и личностные качества молодежи, организация конкурсов, участие в спортивных мероприятиях – это лишь малая часть того, чем занимается сочинская молодежь. Традиционно в свой праздник самые активные представители собрались вместе, чтобы в торжественной обстановке получить поздравления с Днем молодежи. Будущее за вами, его надо сегодня формировать. Мы имеем сегодня замечательный город, удачи и счастья. И все у нас с вами получится. Спасибо вам. Памятные медали и благодарственные письма – лишь символическое спасибо. Главное, что побуждает их к действиям – благоустройство города, помощь жителям и создание позитивного имиджа курорта. Ксения уже четвертый год занимается развитием сочинской молодежи. Ее клуб взаимодействует и обменивается опытом с другими странами, организует социальные проекты. Быть полезным городу по силам каждому, считает девушка. Инициативность сейчас у молодежи – это наиболее популярный такой фактор. Его необходимо направлять на благо общества, потому что это мощная энергия, мощный поток энергии. Его можно направить на улучшение и благосостояние нашего города. Я считаю, что каждый из нас может выйти на улицу и также спеть песню вместе с детьми или пойти и помочь ветеранам. Этот молодой человек ни к какой общественной организации не относится и сам выбирает интересные для себя проекты. Недавно стал победителем конкурса «Студент года». Участие в жизни города – это не только интересное времяпровождение, новые знакомства, но и ценный опыт, который обязательно поможет в будущем, уверен Ника Джанаше. Что у каждого есть уникальная возможность принять участие непосредственно в организации мероприятий и реализовать свои интересные проекты. К примеру, человек идет на какую-нибудь работу, его просят, нужно иметь опыт работы. Общественная деятельность предоставляет такую уникальную возможность, как опыт работы. Сочинской молодежи повезло больше других, отмечает руководство города. В городе есть все возможности реализовать свой потенциал. Необходимо только желание. Я считаю, что лидеры, с которыми я сегодня встречался, они будут мотивировать нашу молодежь города именно к тому, чтобы каждый нашел для себя увлечение, каждый нашел для себя место в спорте, каждый нашел для себя место в наших событийных мероприятиях, потому как все это есть в городе, и сегодня нужно только этим пользоваться. На всех этих ребят руководство города возлагает большие надежды. К тому же сочинская молодежь всегда полна творческих идей, нередко полезных для развития города. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.